В прошлом году в Чувашии построено 630 тысяч квадратных метров жилья, то есть 75% к уровню 2015 года. Специалисты считают это следствие кризиса 2014-2015 годов, и уже в этом году тенденция должна поменяться. Среди факторов, которые могут повлиять на рост, снизились ставки ипотечного кредитования, появились новые предложения от банков, упростилась процедура согласования для застройщиков. Кроме того, появляются новые технологии, которые делают более адекватной стоимость квадратного метра. Цены на жилье в республике сложились одни из самых низких в Приволжском федеральном округе. На сегодняшний день в работе на территории Чувашской республики более 1 миллиона квадратных метров ведется строительство жилья. Они будут реализованы в этом году, ну и в последующих годах. Выделено много земельных участков по строительству, работы строительной хватает. С учетом тех предложений, которые мы представили уже на протяжении нескольких лет, работы для строителей Чувашской республики хватит как минимум на 10-15 лет. Сейчас в республике строится 143 многоквартирных дома. Сформировано более 2000 гектаров земельных участков для возведения около 7 миллионов квадратных метров жилья. Ведется работа по сокращению административных процедур в сфере строительства и оформления документации по подключениям к газу, электросетям, теплоснабжению.